Добрый вечер. Добрый вечер. Вам помочь что-то найти? О, нет, не думаю. Спасибо, мэм. Как там на улице? Я слышала, надвигается большой шторм. Господи, надеюсь, большой пруд не замерзнет снова. $30 первая колонка. И это. Особенная ночь? Простите? А, да, точно, точно. Особенная. Больше ни слова. У вас есть карта? Нет. Ну, вы бы могли сэкономить 10% от покупки, если бы у вас была карта. А это примерно $50. Достаточно для бара Херши или Марс. Нет, спасибо. Вы можете получить купоны подарки, бесплатные подарки. Знаете что? Я на самом деле немного спешу, так что... Не могли бы вы просто... Конечно. Спасибо. Я только отсканирую покупки по карте магазина. Отлично. Что? Серьезно? Ага. Получилось. Хорошо. Я забыла просканировать все. Одна катушка веревки, один рулон скотча. Я никогда не запомню, почему его так назвали. $30 бензин и одна скидочная карта. О боже, только взгляните, сколько здесь можно сэкономить. Два дезинфицирующих средства для рук вместо одного, два рулона бумаги по цене одного. Могу я просто заплатить? Ну, нет. Нет, пока купоны не закончатся. Вы выиграли джекпот. Вам понадобится большая сумка для всего этого. Что там? Бумага кончилась. Что? Секундочку. Это офицер Мёрф, как я слышу. Это я, ты же знаешь. Хочу чего-нибудь холодненького и перекусить. Ты большой, баламут. Длинный день. Длинный. Я взял себе новый гидроцикл для рыбалки. 310 лошадиных сил, черный хром, очень резвый. Чуть не застрял посреди большого пруда. У меня закончилось чертово горючее. Ради бога, ты же знаешь, что не умеешь плавать. Ну, я непотопляемый, как адский поплавок. Особенная ночь. Простите. А вот и я. Вот так. Ну, вы только поглядите на это. Скидка 15% на лак для ногтей. Ого! Ну, я лучше пойду. Эй, не так быстро, ковбой! В следующий раз... Использую галстук. Не упусти! Мёрфи, ну ты старый волк. Рыбак рыбака видит издалека. Он заплатил? Сукин сын! Не волнуйся, со мной ты в безопасности. О, осторожнее, Мёрф. Oh.
О, нет. Нет. Шалунишка. Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевод. Кейти. Озвучили Михаил Диполом и Маргарита Сахно.